Всем привет, друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру. Ай, собери пули! Блин, меня только что убили. Ладно, давай попробуем еще раз. Нам нужно аккуратно собирать пульки. Нужно смотреть, какие пульки впервые придут, и их собрать. Блин, сколько как они часто стреляют. Так, все, теперь моя пришла очередь. И я вас сейчас всех расстреляю. Готово! Так, а я напомню, это 9-й уровень у нас. Скоро будет 10-й. Так, пули собраны, и теперь мы их должны убить. Они, кстати, могут успеть перезарядить, пока ты в них стреляешь. Так, вот эти вот первые придут. Оп-оп-оп. Все, стреляем. А в тех дальних, интересно, попадут пульки мои? Или нет, не попадают. Ладно, ничего страшного. Соберем здесь. Ах, один точно. Одна тоже точно пулька улетела. Есть, готово. И мы на 9-м уровне. Продолжаем. 10-й уровень. Ух ты, тут какая-то бочка, еще интересно. Надо, мне кажется, в бочку попробовать стрельнуть, она взорвет их всех. Так. А ну, в бочку. Да, точно, видишь, как я предугадал, что надо так сделать. Так, а этого как? Коробки, тоже коробки разлетаются. Так, здесь сейчас быстренько соберем. Это тоже, ой-ой-ой, аккуратно. Все, стреляем в них, я прям много, все пули на вас выпущу. Готово, 10-й уровень выполнен. Так, 11-й уровень. Ух ты, здесь уже их совсем много становится, смотри. Так, ё-моё, они стреляют очень часто. Смотри, каждый стреляет. Теперь я буду стрелять, ребятушки, вы уж не обессудьте. Есть, всех прям, прямо всех уничтожил. Так, продолжаем, собираем. И стреляем все, я буду все пульки тратить, не знаю. Кстати, может быть, надо не все тратить, и тогда, может быть, больше бонусов, баллов мне будут давать. Нет, я точно не могу сказать. А, ну давай так попробуем. Есть. 11-й уровень у нас завершен. Продолжаем. Давайте попробуем. 12-й уровень. О, я знаю, что делать. Надо стрелять в бочку. Тогда они все погибнут. Одного даже удара хватит в бочку. Да, они все разлетелись. Слушай, так у меня много-много этих еще патрончиков пооставалось. Так, в этого тоже мы стреляем. Так, тут двое их. Сейчас мы быстренько соберем здесь пульки. И их уничтожим. А, две пули прям улетели куда-то далеко-далеко. Так, 13-й уровень. Ага, смотри, они спрятались под коробки. Ладно. Попробуем. Есть, уничтожили. В принципе, игрушка не особо и тяжелая такая, знаешь, трудная, но интересная. Так, давайте мы вот так вот сделаем. Ава! Главное, надо было просто стрельнуть в бочку. И все. Так, собираем. И расстреливаем их. Тыщ. Готово. О, смотри, один аж сюда улетел. Ох, меня убило. Я просто засмотрелся за этим чуваком. Так, продолжаем. Блин, здесь надо, короче, чтобы пройти уровень, нужно нигде не умереть. На тебе. Ух ты, этого, смотри, я не убил. Так, собираем пуль. Ах, одна куда-то пуля улетела, не знаю. Блин, я нифига на него не попал. Так, как так-то? Вот так, побольше прям пульки наставил. Так, здесь нужно в бочку стрельнуть. Собираем пульки. И стреляем сейчас. В бочку главное попасть, и все. Есть. Так, еще трое вас, ребятушки. Сейчас я соберу все эти пульки. Все, держитесь, только держитесь. Есть, уничтожил их. Так, двое. Мне их нужно точно сейчас быстренько убить. На, получаю. Ну, точно вы умрете сейчас. Есть. И мы завершаем 13-й уровень. И пошел у нас 14-й. Ну что ж, ребятушки, если тебе понравился ролик, обязательно поставь лайк этому видео и не забудь подписаться на канал. Ну, а с вами был Duda Play. Всем пока-пока.